Начинаем добавлять анимацию. Первое четверостишее сразу видно на экране, но нам нужно, чтобы оно исчезло, когда текст дойдет до определенного места. Я выделяю объект «Текст» и на вкладке «Анимация» включаю область анимации вот здесь сбоку, чтобы хорошо увидеть, что происходит с моими объектами, и добавляю анимацию исчезновения, то есть чтобы текст исчез с экрана мгновенно. Появилась в области анимации, но сейчас текст исчезнет по щелчку. Мне же нужно поменять на триггер по закладке, по первой закладке. Я поставила ее там, где заканчивается первое четверостишее и начинается второе. Вот в списке области анимации появился триггер и привязанная к нему анимация. Добавим следующее четверостишее. На экран встанет на то же самое место. Оно должно появиться тогда, когда мы дошли до первой закладки, и исчезнуть, добавляя анимацию исчезновения, тогда, когда мы дойдем до закладки уже второй. В области анимации сразу видно, в каком порядке будут располагаться все объекты, какие будут появляться, какие будут исчезать и в какой момент это будет происходить.